Друзья, всем большой привет! Мы снова к вам с новинками семян от русского огорода. И в этот раз аж с целой серией. И это серия петунии Кабаре Кан-Кан. Малин Руж, голубое индиго, золотой гранат и серебряный гранат. Все эти петунии грандифлоры и каскадного типа идеально подойдут для выращивания в небольших объемах подвесных кашпо и балконных ящиках. Все эти петунии прекрасно, эстетично и колористично выглядят. Хорошие компактные растения, которые порадуют вас обилием цветения, начиная с самого начала лета до первых заморозков. Особенность еще у этой петунии в том, что она устойчива к дождям, к сильным ветрам. В общем, непогода им не страшна. Она не потеряет свой вид. А также, дорогие друзья, как показали испытания на нашем демонстрационном поле, эти гибриды петунии еще и устойчивы к серой гнили. Так что вот такая вот новинка семян петунии Кабаре Кан-Кан в ассортименте ждет уже вас. Мы снова к вам с новинками наших семян от русского огорода. Это петуния Кабаре Кан-Кан розовая вишня и петуния Надежда. Два гибрида, которые по-своему уникальны. Петуния Кабаре Кан-Кан розовая вишня уникальна тем, что, во-первых, это грандифлора ампельного типа с очень крупными цветами, которые устойчивы к неблагоприятным погодным явлениям – сильный ветер или сильный дождь. А петуния Надежда – это мультифлора, которая уникальна тем, что у нее необычность оттенков самих цветочков, а также это петуния кустового типа. И таким образом можно совместить две эти петунии вместе, выращивая их в одном большом кашпо. Кабаре Кан-Кан будет у вас свисать красивым ампелем из кашпо, а весь объем верхней части кашпо, конечно же, придаст петунии Надежда. Вот такие две шикарные новинки ждут вас в русском огороде. Друзья, всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с новинкой русского огорода. И это семена цинии махровый гибрид первого поколения Сахара Оранж Брайт. Компактная циния с полностью крупными махровыми цветками, диаметр которых 5-6 сантиметров, а цвет ярко-оранжево-янтарный. Циния цветет просто непередаваемо, как роскошно и красиво на клумбах, цветниках, а также просто на грядках в открытом грунте. Беспрерывно цветет от начала лета до самых заморозков. А главная особенность у этой цинии в том, что она устойчива к большинству заболеваний, особенно к такому, как серая гниль. И, конечно же, из названия можно сразу же понять, что данная циния прекрасно будет расти в жарких условиях, в засушливом климате. Ну и, конечно же, главное достоинство этой цинии – это ее размер. Всего лишь 30 сантиметров данная красавица, и это ее плюс. Ведь ее можно использовать и в бордюрном озеленении, а также в цветниках среднего плана. Так что циния махровая F1 Сахара Orange Bright непременно заслуживает вашего внимания и, конечно же, приобретения. Всем привет! Продолжаю вас знакомить с новинками семян русского огорода 2023-2024 года. И в этот раз вашему вниманию я хочу представить колеус бронзовые кудри и колеус розовые кудри. Очень интересные колеусы тем, что у них, во-первых, необычная ажурность листа, а также насыщенность и пестрость окраски. Очень красивые колеусы, которые порадуют вас своим видом на вашем участке. Колеусы эти можно выращивать как просто в открытом грунте, на клумбе, на цветнике. Ну и, конечно же, уникальные волнистые листья с фантастическими краями, а также бархатистыми на ощупь, просто не оставят без внимания пытливый глаз с вашего участка. Так что, если вам нужна необычная диковинка, то вот она в новинках семян русского огорода. Еще раз повторю, это колеус бронзовые кудри и колеус розовые кудри. Здесь именно бронзовый цвет листа, а здесь ярко насыщенно розовый.